В День России 12 июня свой профессиональный праздник отметили работники текстильной и легкой промышленности. В преддверии праздника компания «Чайковский текстиль» ввела в эксплуатацию новое производство. Оно включает 52 ткацких станка, линии приготовительного оборудования ткачества, узловязальное оборудование и машину для ценового разбора основ. Новое ткацкое производство увеличивает мощности и позволяет производить новые виды продукции. Модернизация вносит большой вклад в реализацию программы импортозамещения и повышает конкурентоспособность российского текстиля. Ежегодно спецодежду из ткани «Чайковский текстиль» носят более 2 миллионов 600 тысяч человек. За последние 10 лет компания увеличила объем продаж в 6 раз. Хороших вам новостей!